evening, Moscow. Добрый вечер, Москва. We are going to play some music not only from the Faroe Islands, but also from the various regions around the world. Мы исполним для вас музыку, которая имеет свое происхождение не только с Фарерских островов, а также со многих других уголков мира. For those that don't know where these tiny islands are, it's between Iceland and Norway. Для тех, кто не знает, где находятся маленькие Фарерские острова, это между Исландией и Норвегией. If you buy a new globe, you will not find them sometimes. Если вы купите новый глобус, вы даже иногда не сможете их на нем найти. Sometimes it's just water, but we are there. Иногда там просто вода, но мы там действительно есть. The first tune we'll play is originally from or based on the music from northern Greenland. Первая композиция, которую мы исполним, имеет свое происхождение из Северной Гренландии. It's a drum dance, ancient style of having fun in Greenland. Это барабанный танец, это старинный способ развлекаться в Гренландии. And the title of the song is melody is Umiak. И Умияк — это название композиции. Family boat, women's boat. Это семейная лодка. Thank you.
А сейчас мы сыграем небольшой цикл композиций, который посвящен воронам. People in several languages, maybe everybody have copied their cries or their language in their own language. Люди во многих народах скопировали язык воронов Yes, ворону. Да, ворон в русском языке. And раунур, and корбу en français. Был на французском. Куэрбу in español. На испанском. And in most cultures, people have been inspired to, inspired by ravens to make history and mythology. Мифология и история многих народов была вдохновлена.
Ворона. The four pieces we'll play is the first one is a place name in the Faroe Islands on the ground on the rocks where the ravens live, Raunajeqv. Мы сыграем четыре композиции, первая из которых называется по месту, где вороны гнездятся на земле, среди скал. And the end piece of these four is where the raven flies in the sky. Заключительная композиция будет о том, как ворон парит в небе. So up and down, or down and up. In between there's there's one of the two ravens that Odin. Odin is the mythology, Norse mythology god from the, yeah, 1,000 years ago. Well, some in Iceland are still thinking that it's present history. Между последней и первой будет две композиции, одна из которых посвящена ворону, одному из воронов Одина, главного бога в скандинавской мифологии. В Исландии до сих пор считают, что это не история, это настоящий, что живущий бог. This Odin Votan, he has two ravens, one called the Thought and the other Memory. У Одина на плечах живут два ворона, один из которых, одного из которых зовут Мысль, а другого Память. Hun and Munin, and you cannot live without both of them. И вы не сможете жить без какого-то из них. We are playing Hun, the one flying around. It's a bass solo. And the third piece is a terrible piece, actually. It's inspired by, or written over, a legend from Iceland, our neighbors to the west. И третья композиция, которую мы сыграем, она довольно ужасающая на самом деле. Она берет свое начало в традициях Исландии. It's called Ravnating, which means the Congress of Ravens. Она называется по собранию ворона. They meet and decide in the springtime where the ravens couples shall have their nest in the area. Весной они собираются и решают, какая из пар воронов будет занимать то или иное гнездо. Yeah, that's very, very democratic. But there are too many ravens, so they kill those that are too many. That is almost human history. Это довольно демократическое общество, но проблема в том, что воронов довольно много, и кого-то из них приходится убивать. И в каком-то смысле это похоже и на историю человечества. Thank you.
Thank you.
next set is traditional hymns from the Faroe Islands. Следующие несколько произведений – это набор гимнов с Фарерских островов. There's a very large tradition for vocal music at all in the Faroe Islands. На Фарерских островах очень богатая традиция, очень богатая культура именно пения. I'll play these on the piano, these tunes. It's they are very different in melodic style, because even if the Faroe Islands is very small, it had it was quite isolated internally. You could not just walk, you had to sail, and it could be months in between you visited others. Я сыграю эти композиции на фортепиано, и они очень различные, потому что даже несмотря на то, что Фарерские острова — это довольно маленькая территория, деревни от друг друга изолированы. Иногда приходится месяцами добираться от одного места до другого, и, соответственно, музыка очень разная. Thank you.
Changed the band to my band called The Chant. Итак, только что мы поменяли группу. Сейчас перед вами моя группа, которая называется Chant. The thing is, in the Faroe Islands we are so few and even fewer musicians, so that if you walk into a room with 10 musicians, there's probably 40 bands in that room. Дело в том, что на Фарерских островах не так уж много жителей и еще меньше музыкантов. И если вы зайдете в комнату, где будут находиться 10 фарерских музыкантов, то перед вами будет около 40 различных коллективов. And two of these bands are Yggdrasil and Chant. So, we'll play a song now that I wrote for, I think it was in 99 or 2000, I can't remember. It was the first time I was in Russia. And we traveled from Estonia to Russia via a town called Narva, the border town. And we were stuck in customs for way too long. Yes, you know. So this tune is called Nirvana.
Итак, первую композицию мы сыграем, она называется «Нирвана». Она была написана где-то в 1999 году, когда мы впервые приехали в Россию. Мы ехали в Россию через Эстонию, и на границе у нас нам пришлось провести очень много времени на таможне. Да, я думаю, вы меня понимаете. И этому и посвящена наша песня. Thank you.
2006, I became a father, and then you, of course, make. Yes, thank you. It's a long time ago. I did it myself. No, I didn't. But then you start thinking about, getting a baby is a beautiful, fantastic thing. В 2006 году я стала отцом, и да, это было очень большое событие, это было довольно давно. И дело в том, что с того момента, ну, начинаешь задумываться о том, что это действительно очень чудесное явление. But at the same time, I was thinking how it must be for the baby, because very few of us remember how it was, and I'm thinking it might not be as beautiful as we think. И в то же время я задумывался о том, как же чувствует себя ребенок, когда он рождается, потому что очень мало кто из нас это помнит, и, наверное, с его точки зрения это не так уж красиво и чудесно. Thank you.
Now, finally, we are going to play some American music. Итак, наконец, мы сыграем немного американской музыки. It will be first an Indian song from Argentina. Первая композиция будет индийская песня из Аргентины. Traditional, we call it the wind. Это традиционная мелодия, мы называем ее ветер. And after that, another a kayak song from Greenland. Следующая будет песня под названием «Каяк». Это такая лодка. Песня берет свое начало в Гренландии. That's also part of the American continent, North America. Гренландия также является частью американского континента, Северной Америки. I don't know if he's known in Russia, but there's a very famous chief Indian called Geronimo. Я не уверена, знаете ли вы в России, но есть такой очень известный индийский вождь, которого зовут Джеронимо. He was the leader of the Apache nation or tribe. Он был лидером племени Апачи. But apart from being a warrior, a leader, he was also a medicine man and a singer. И кроме того, что он был воином, он также был шаманом и певцом. 111 years ago there was a woman, Natalie was her name, she was writing down melodies of these disappearing tribes in North America. Около сотни лет назад была такая женщина, ее звали Натали, она занималась тем, что записывала мелодии исчезающих племен в Америке. So she wrote one tune down, or three tunes, but also the tune we're going to play, down by Geronimo, and it is a medicine song, so if you sing it long enough, or listen long enough, you can fly, you can fasten your seatbelts. Пообщавшись с Geronimo, она записала также несколько мелодий, одну из которых мы сейчас исполним. Если достаточно много эту мелодию спеть или сыграть, то можно начать летать, так что пристегните свои ремни. He also made a drawing about of how he looked like when he was up in the air. Shamans go up in the air. That was a fact in those days. He made a kind of bagel, a round thing, also looks like a spaceship. И когда Джеронимо с ней общался, он также сделал небольшой рисунок того, как же он выглядит, когда летает. Этот рисунок похож на такой бублик, или еще он напоминает летающий корабль с антеннами. Так примерно выглядят шаманы, когда поднимаются в воздух. Thank you.
Thank you.
Ian. We're very happy to have been able to play here tonight, and we'll thank the club and Anton for organizing these 5 evenings we've had in Russia. We go home kind of tomorrow. Мы были очень рады сегодня здесь перед вами выступать. Мы благодарим клуб за эту возможность, а также Антона Ковальского за организацию 5 концертов в России. И завтра мы уже уезжаем домой. Thank you very much. Anton has several CDs for sale by Chan and by Yggdrasil. У нас для вас есть диски Yggdrasila и Chan, которые вы можете приобрести после концерта и подписать. Tune by Lelle Kullgren, Sami composer, singer, called Memory Muito. Композиция, которая берет свое начало в Лапландии и написана на композитором оттуда, и называется она «Воспоминания».